Видео «Быстрого оленя» с концерта Владимира Винокура «Смех без причины» 1 ноября 2011 года. Спасибо. Владимир, скажите два слова. Да. «Быстрый олень». Сегодня замечательный день. У нас в Торонто очень прекрасный человек. «Быстрый сокол». У вас в гостях Государственный Московский театр «Пародия» и ваш старый друг, ну, может, не совсем старый, Владимир Винокур. Добрый вечер. Ну, прежде чем начать свое выступление, я хочу передать вам поклон от всех моих друзей-артистов, потому что мы просто недавно виделись на двух событиях. Я им рассказывал, что у меня впереди Торонто. Вот, они велели кланяться. Это был день рождения у Баскова Николая. Спасибо, друзья! Николай Басков! Ой, спасибо! Тогда от Винокура вам. Спасибо. Юбилей был еще у Саши Розенбаума. Жаль певцов, кто ищет зрителей. Не края, я же врач, и если песни я помочь могу, день за днем буду принять, пока вас всех не приму. Все собрались, и все завидовали мне, потому что я сегодня встречаюсь с вами. Поем все вместе. Песня вам известна. Мы ее поем уже несколько лет, десятков. Лещенко любит вас. Прощайте, я говорю вам 40 лет, что на эстраде я служу. Произношу я как привет и никуда не ухожу. Прощай, накрывай и угощай, ведь к вам приехала звезда. А чтоб ушел я не означай, вы не дождетесь никогда. В репертуаре у меня
моей славы. Все и всегда вы клейтесь, друзья. Больше огня, пусть в лучах общей славы будем всегда мы. Ах, члевица, что могу сказать в ответ? Это ж надо ухитриться, чтоб такой придумать бред. Я люблю принарядиться, но все знают хорошо. Нынче только добиться, что выходит голышом. Александр Дианов. Взгляните, люди, на просторы, кладоискателей полно. Один с окладом лезет в горы, кто роет землю, а кто дно. А я наряд надел по флейту, свой перец подчеркнул и сад. И каждому мой френду показал я, что клад, а что не клад. Ира, Наташа, Саша, Анастасия, Славя, Игорь, Михаил. Нет, долго, да что же так тленку может на чуток? Это тоже не западный продюсер, сразу на восток. Мы любим вас. Вперед, ребята, кланяйтесь. Счастья вам, здоровья. И самого главного, мира в вашем доме. Любящий вас Владимир Винокур и моя фабрика звезд. Спасибо! Спасибо Виктору Шульману, который привез нас сюда. Спасибо, идите, идите вперед, ребята, кланяйтесь. Запомните, вы побывали в самом лучшем городе мира. И только в Торонто встают зрители. Вся интеллигенция в одном городе. Спасибо. Еще вперед, ребята. Кланяйтесь. Спасибо! Еще кланяйтесь, потому что это Торонто.